Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1313. На карте отрезок имеет длину 12,6 сантиметров. На карте у нас длина 12,6 сантиметров. Какова длина этого отрезка на местности? Неизвестно сколько метров, километров, если масштаб 1 к 150 тысячам. То есть 1 сантиметр на карте соответствует 150 тысячам сантиметров на местности. А у нас 12,6 сантиметров на карте. То есть, чтобы узнать, сколько это на местности, нужно 12,6 умножить на 150 тысяч. Давайте 12,6 умножим на 15. 5 на 126 умножаем 5 на 6, 30, 0 пишем, 3 в уме. 5 на 2, 10, и 3 в уме, 13, 3 пишем. 1 в уме, 5 на 1, 5 и 3 в уме, 8. 1 на 126 будет 126, складываем. 0 сносим, здесь 9, 8 и 2, 10, 0 пишем 1 в уме, 1 на 1 в уме, 2. И один знак запятой отделяем. 109. И еще 4 нуля нужно дописать. То есть не 109, а 209. 4 нуля дописываем, которые мы не использовали. Умножение 1, 2, 3, 4. И получаем 2 миллиона 90 тысяч сантиметров. В одном километре. И давайте умножим 12,6 сначала только на 15. 5 на 126 умножаем, 5 на 6, 30. 0 пишем, 3 в уме. 5 на 2, 10. И 3 в уме, 13. 3 пишем, 1 в уме. 5 на 1, 5. И 1 в уме, 6. И единица на 126 умножаем, 126 складываем. 0 сносим, 3, 6, 9, 6 и 2, 8, и единичку сносим, и один знак запятой отделяем, 189 получаем. И еще 4 нуля, которые мы не задействовали в умножении, нужно дописать. Итого мы получаем 1 миллион 890 тысяч сантиметров. Можно перевести это в километры. В одном километре 100 тысяч сантиметров, поэтому, чтобы вот эту величину 1 миллион 890 тысяч сантиметров перевести в километры, нужно разделить на 100 тысяч, то есть 1 миллион 890 тысяч сантиметров нужно разделить на 100 тысяч, и мы получим километры. Делим. По 4 нуля можно сократить. Еще разделим на 10. Получаем 18,9 километра. То есть у нас ответ 18,9 километра. Это вот это вот расстояние на карте изображается отрезком длиной 12,6 сантиметров. И выполнили задание 1313. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.